конце мая практически лето, дорогие друзья. Ну и, конечно же, мы знаем, чем занять эти замечательные деньки. Здравствуйте. Итак, отдых в экологическом парке «Шале Новоде» совмещает атмосферу уединения в условиях дикой природы и комфорт. Парк окружен озерами, расположен у подножия Хихцира в охранной зоне заповедника. Гостей порадует рыбалка, катание на лодках, лесные прогулки, пикники на террасах, гриль. Действует скидка по промослову «Минтур». В выходные родители с детьми приглашают на отдых семейная ферма «Пушистики». В хозяйстве обитают домашние декоративные птицы, лошади, козы, кролики. Для детей организуют игровые программы, экскурсионные прогулки, фотосессии, мастер-классы и наблюдения за животными. Действует скидка по промослову «Минтур». Конный клуб «Зевс» 3 июня ко Дню защиты детей покажет зрелищную программу «Ковбойское ранчо». Для гостей проведут костюмированное конное шоу, игры, хороводы и конкурсы с призами, а также устроят катание на лошадях. Действует скидка по промослову «Минтур». Более подробная информация об экскурсиях, маршрутах и мероприятиях в информационном центре Министерства туризма Хабаровского края. Были бы выходные, чем заняться, найдем. Счастливо. Увидимся.